В Канске нерадивая хозяйка бросила своих животных умирать на даче. Местные жители обнаружили на одном из участков 3 мертвых коз, 5 замерзающих куриц и 2 истощенных собак. При этом соседи дачницы утверждают, что еще летом псов было 3. Видео несчастных животных сняли на телефон и выложили в сеть. На него бурно отреагировали зоозащитники. Их расследование показало, что женщина все лето морила животных голодом, а сейчас и вовсе оставила зимовать на улице. Как открыли, а божечка ты мой, а там, тут сидит у дверей собака, вот такой цепью здоровой привязана, и на шее цепь, не по шейник, а цепью, ей тут все выдали, его вот задушили, его, этого собаку. Но он был лохматый, потому его не видно было, что ребра там на нем, а там дальше белая, ой-ой-ой-ой, бухенвальд, кожа и кости. Так как была информация, что изначально собак было 3, одна просто погибла, чего тоже мы не знаем. И увидев в стайке какую-то шерсть, ну, мы решили туда заглянуть и были в ужасе, потому что в стайке просто лежали 3 трупа коз. Как они умерли, от чего они умерли, ну, мы не знаем. После поднятой местными зоозащитниками тревоги, хозяйка оголодавших псов все же объявилась. Однако активисты уже успели написать заявление в полицию и сообщили о гибели животных в ветнадзор. По их словам, женщина ведет себя странно, отказывается отдавать своих питомцев и уверяет, что заботится о них. Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, так ли это. В настоящее время по данному факту участковым и уполномоченным полиции собран материал, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.